Жизнь людей состоит из тернистых путей, а мы ангелы, мы охраняем людей. Нас отправили к ним наши боги-отцы, мы небесного войска, земные бойцы. Нам задача дана охранять, не мешать, а ты попробуй везде успевать поспешать. И сидеть на плече, и глядеть молодцом, так что зря нас рисуют с унылым лицом. И всегда, когда трудный, кончается бой, люди путают нас, то с судьбой, то с собой, и не знают победу, купая в вине, сколько бед застревает в усталом крыле. Сквозь огонь пронеся и по горло в воде, будем с каждым стоять мы на страшном суде. Эй, апостол Петро, ну-ка дверь открывай, что там выпало нам, то ли ад, то ли рай. И закончится суд, и душа улетит, а пока мы идем по земному пути, будто в связке одной, и крестясь каждый раз, люди вместе с собой охраняют и нас.